В Карачаево-Черкесии завершилось первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет. Какие регионы приняли участие и как проходили соревнования, в репортаже Карчи Биджиева. Борьба на поясах – один из самых древних и захватывающих видов спорта. Борцы все время поединка находятся в напряженной схватке. Техника, умение, а главное – внезапность – могут решить судьбу соперника. Ареал этого боевого вида спорта очень широк и охватывает полземного шара. К столетнему юбилею Карачаево-Черкесии прошел отборочный этап – формирование сборной России на первенство мира среди юных спортивных дарований от 15 до 17 лет. Само же первенство мира состоится летом в Казани в Республике Татарстан. Данное первенство проходит на высоком уровне. Карачаево-Черкесская республика умеет проводить мероприятия такого уровня и выше уровня. Мы года 4 назад здесь были на чемпионате России, тоже прошло на уровне. Ну, сейчас надеемся, что побольше ребят выиграют, попадут в финал, отберутся на первенство мира. С такой целью приехали. Конкуренция очень сильная, начиная с самих хозяев. На соревнованиях участвовали 15 регионов. Со всей страны это более 200 спортсменов, прибывших в Карачаево-Черкесию ради одной цели – победить. Как говорит главный тренер России по национальной борьбе Дахир Лайпанов, это сильнейшие из сильнейших, которые показывают все свое мастерство, которое они оттачивали годами. Мы рады, что Карачаево-Черкесии столетия соединения Карачаево-Черкесии такие мероприятия проходят. И огромная благодарность руководству Карачаево-Черкесии. Если тренируем, то несколько тренеров вместе, тогда опытом мы более делимся, и ребята растут. Вот, естественно, соревнования. Как можно больше, если встреч у них, то у них и опыта больше появляется. Вот постепенно вот так и тренируем, развиваем ребят. И наши спортсмены не остались в стороне, обрадовав жителей республики своим умением переламывать ход событий в свою сторону. 5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей в разных весовых категориях ушли в копилку Карачаево-Черкесии. Теперь им предстоят долгие упорные тренировки. Я очень рад, что я занял сегодня первое место. Я очень благодарен своему тренеру. Мне еще предстоит первенство мира. Будем готовиться. Хочу пожелать молодежи, чтобы они занимались спортом. Спорт – это здоровье. Первые и вторые места поедут на чемпионат мира в Казань, где и продолжат бороться, чтобы показать, на что они способны. Карчи Биджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым.